Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам представить цветок диаския или диация называется. Выращивали мы его через рассаду. На рассаду сеяли в конце марта, числа 25, наверное. В принципе, вырос без проблем. Сажаем мы его впервые, поэтому что-то больше сказать про него не можем. Сегодня 4 июля. Цветет он уже 2 недели. Всем очень нравится. Я думаю, если его посадить в горшок, кашпо, будет очень красиво. В принципе, он выглядит как ампельное растение, но и просто на клумбе смотрится замечательно. Так что советую всем сажать этот красивый цветок. Я так понял, что расцветок у него не так много. Ну вот нам попалось в таком красном, в розовом тоне. Очень красивый. Беспроблемный.